Межмуниципальным управлением МВД России «Щелковское», Главным управлением МВД России по Московской области в честь столетия образования службы ППС сотрудников наградили грамотами и ценными подарками сразу от нескольких городских округов – Щелковского, Фрязино и Лосино-Петровского. Большое спасибо сотрудникам, которые прослужили длительное время в данном подразделении. Также хотелось бы выразить слова благодарности молодым сотрудникам. Желаем в этот день вам крепкого здоровья, чтобы вы оставались также такими красивыми, здоровыми, готовые нести службу. Почтили в этот день минутой молчания память героев, тех, кто служил в горячих точках и кто в мирное время защищал на посту жизни граждан. В Щелковском подразделении патрульно-постовой службы служат как давно состоявшиеся сотрудники, так и совсем молодые ребята. А сегодня службе ППС необходимы новые кадры, ведь следить за порядком – важная ежедневная и круглосуточная работа. Праздник, юбилей такой, достаточно серьезный. Для меня он большое значение имеет, как так в этой службе я прослужил практически 29 лет. Наша служба является кузницей кадров, уже неоднократно об этом говорили. После нашей службы многие выходят и имеют карьерный рост, как бы возможен, и дальнейшее продвижение по службе. 100 лет на страже порядка – важная дата, как и дело охраны и пресечения раскрытия преступлений. Это дело жизни сотрудников ППС. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.